Всем привет! Вы на канале Роман Бон. Сегодня я вам покажу, как выкинуть видео на YouTube, чтобы были и рекомендации, и видео, которые будут в конце, и ваш канал, который в конце. И мы продолжаем. Для того, чтобы вытащить видео на главный стол, на рабочий стол. Если вы снимаете с бандикам, находите эту папку, нажимаете сюда, вот, выбираете файл, который вы хотите вытащить на YouTube, нажимаете сюда, и она уже будет найдена в той папке. Потом, лаки. Потом берете вот YouTube, вот открываю. Заходим на YouTube и заходим на ваш канал. То есть заходите на YouTube. Давай YouTube быстрее. Заходите на YouTube. Нажимаете сюда на свой значок ваш канал и хотя не обязательно, можно даже с главной страницы. Вот отыщите, введите запрос. Потом, потом введите мышку вправо, и тут будет такая камера с плюсиком. Создать видео или запись. Нажимайте сюда и добавить видео. И открывается у вас YouTube Studio. Легче, мне кажется, будет вот так вот. Закрываем. Вот с рабочего стола переносим сюда. И загружается наше видео на YouTube. Но это только загружается на YouTube. Пока оно редактируется. Введем название, например, следующего ролика. Нума. Нума. Потом копируем, если вы хотите в описании, что хотите, можете писать в описании, описывать там что-то. Но как я всегда делаю у себя под видеороликами, нахожу описание, ставить. Удаляем свободное место между словами и соединяем нижней длинной черточкой. Добавляем хэштег. Здесь и все. Если хотите еще, чтобы не только здесь выплывала синим надпись, а еще и тут, то тогда просто так же, как и тут. Соедините. Потом выбираем значок вот тут. Выбрали. Потом плейлисты, в которые вы хотите добавить, но я никуда не добавляю. Потом выбираете ролик для детей или ролик не для детей. Я вот всегда делаю ролик не для детей. Возрастные ограничения. Нет, видео подходит для зрителей младше 18 лет. Нажимаем далее. Потом добавляем заставку. Конечную заставку, вот. Вы же видели то, что у некоторых ютуберов там в конце
например, в конце вот тут вот стояли три видео. Если хотели, даже четыре видео, но без ссылки на канал. Нажимаем на синюю кнопку «Добавить элемент». Видео или плейлист. Создать. Самое новое видео. Я так делаю. Вот сейчас будет... Вот. Вот. Потом добавить элемент. Можем еще два добавить. Самое подходящее. Просто переносим на низ или вправо, как хотите. Здесь вы можете... поставить в разное время. Я вот ставлю за 5 минут до конца. Так. И второе, самое новое видео. Вот так. Потом добавить элемент. И еще один. Добавить видео. А потом уже я нажимаю выбранное. Вот, например, выбираем любое видео. Например, Jingle Bells. Создать. И создается. И вот как это все выглядит. Вот идет 31 секунда сейчас будет. И в 31 секунду добавляются эти видеоролики. Следующее. Добавить элемент. И добавим еще видео или... Нет, а потом уже подписка. Переносим сюда. И вот как это все дело выглядит. Чтобы лишнее время не ждали, перенесем вот сюда. И вот. А если вот так вот сделать. И получается типа плавно. Как будто типа появляется. И типа плавно появляется. Вот. Это будет у меня премьера. Сохранить. Если не хотим добавить подсказки, по подсказке вы можете добавить или опрос, или другой канал, или видео, или что-то другое. Потом нажимаем на перейти в новую творческую студию. Это в правом верхнем углу. Нажимаем. И ничего страшного не будет. Прямо рядом с вашим значком. Но не нажимаем на крестик, а то все закроется и не сохранится. И вот мы переносимся сюда. Да. Нажимаем добавить подсказки. И добавляем подсказку. Добавить подсказку. Например, видео или плейлист. Например, вот это. И спасибо вам за то, что набрали где-то 52-53 просмотра на моем Believer. И мы можем не сразу здесь, а, например, на 30 секундах добавить подсказку видео или плейлист. Jingle Bells, вы вообще не посмотрели.
раздать подсказку. Да, слышно. А джингл был сможем поставить вот сюда. Потом добавляем подсказку. Видео или плейлист. И Rockstar Zemi Grand Auto. Или же GTA Zemi Grand Auto San Andreas. GTA San Andreas. Мне ее так не хватает после того, как папа ее удалил. Создать подсказку. Белая птица. Так не годится. Это же пуговица. Короче. Потом вот сюда вот ставим подсказку. Сколько время? Я хочу, чтобы было длинное видео. Потом добавляем еще одну подсказку. Если хотим. Всего... можно 5 добавить. Еще мое первое видео. Вот. Marshmallow Alone. 4 месяца назад даже. И ставим вот сюда вот на 30 секундочках. Потом добавить подсказку. Можно, если вы включите в разрешениях там ссылку на ваш веб-сайт, будет включено или указано. Потом добавим еще одну видосик. Вот. Да. Чтобы все продолжалось. Синяя птица, ниже столица. Вот давайте на 15 секундах. Сохранение готово. Переходим в новую творческую студию. Далее. Нажимаем. Далее. Так как я уже не раз пользуюсь самим Ютубом. Вот вы спросите. Рома, а что ты снимаешь видео такие, если ты выкладываешь только видео? Вот в названии сказано Роман Мьюзик. Вот посмотрите на канал Exile Music. Ну, знаете же банду YouTube. Кофе там где есть. Вот Exile Music тоже там снимает видео не на музыку. Далее. Нажимаем. Можем опубликовать сейчас. Открытый доступ. И если хотим провести премьеру, нажимаем сюда. Запланируем нашу публикацию. Вот поставлю на 15. Вот если вы наберете... Ладно, в этот раз прощаю. Если вы на Нуманума не наберете если вы на Нуманума не наберете тогда уже 15 лайков, хоть 5 лайков и 15 просмотров, то тогда я прекращаю вести свой канал. Или перестаю выкладывать видео раз в неделю. Так как в Новый год это я делал второе видео, так как я 2 недели не снимал видосики. Может быть сейчас выложу третье видео. Потому что я 3 недели, может быть, даже не вставлял. Назначить премьеру на 15 января. Можем даже время поставить. Например, на 12 часов.
15 января. Хотя, может, 20 января. Потому что подходит. 20 января, 2020 год. И 20, вот 8:20 будет премьера. Ну, пусть будет тогда 8:00. И запланировать публикацию. Публикация запланирована. И вот премьера. Ссылка на видео. Нажимаем. И вот наш видосик выложен. До премьеры 9 дней. Будет 20 января. Если хотим, можем даже, если вы хотите премьеру, если вы хотите, чтобы вам YouTube напомнил, нажимаем «Напомнить» и все. Видео выложено. Если хотите, можете там, например, написать «Hello», во время, когда уже будет премьера за 5 минут или за минуту до этого. Написал, например, «Hello». Как-то. Или доброго ранку. Я ж українець. Доброго ранку. Здоров'я желаю. І так далі. Ну, можем, если захотите, даже поставить лайк. Так как это ждет не я только. Ну ладно, всем пока. Вы были на канале Роман Бон. И я вам показал, как выложить видео на YouTube. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. И всем пока. Вы были на канале Роман Мьюзик.